67-й. Почти половина. Или Дан и его псы будут уничтожены. Вот старый уже, блин. Хуя ничего не падает прилично. Или Дан не должен ни о чем узнать. Там корешки были. Но они тоже по тысяче сваливается с них. Какая-то стрёмная зона. Верховая езда. Мне полеты надо, да? Верховая езда у меня-то открыта, а вот лицензия мастера воздушных путей. 250 надо. Что я могу тебе предложить? Юр, подожди, я не понимаю. Пивка не хочет. Чего хорошего? Верховая езда, давай-ка назад, я не могу купить. Какая приятная встреча. Что? Будь осторожней. Привет, что? Да. Береги себя. Там, блядь. Хрен его знает. Ну тут за этого, блядь, так, поднялся и все. Не, погоди, я спущусь. По 3000, ни хрена себе. Но
нормально так на травках, а редкие. У меня же тем более прокачан, как бы слабо, и они идут нормально. Летим. Внутрь заходить? Я не могу. Ничего не пишет. Просто не пускает и все. Дальше. А, это там рейд на рейд какой-то был, да? Мы же какие квесты не выполнили. Дай волю своему гневу. Я уже двуручная была, бля.
не достаю. Слишком далеко. Энергии достаточно. Не хватает энергии. Энергии недостаточно. Не хватает энергии.
нужно подойти поближе. Что я знаю. Бог хил. Не следом я, наверное. Нахуй делать. Хуй там врежешь, пизда, блядь. Ну как меня, как вот это бесит, Юра? Хуй чего выиграл, нахуй.
я блестяшка! Берегитесь! Берегитесь. Умри! Берегитесь. А дальше куда там? Третий раз тут хуй чего выпадает, все загребают, блядь. Что мне двуручник, наверное, нахуй не нужен, да, Юра? Мне, блядь, шлем тоже, но только что по статам броня 21 дадут, тут тоже как бы особо 20 к критическому удару, 25 к уклонению, 23 к ловкости. Ладно, попробую. Блядь, 2000 осталось. Последний, и все, Юра. Добро, барахло сдадим куда-нибудь. Ты не можешь. На 69-й уже другое совсем. Не отвечайте требованиям для прохождения выбранных подземелий.
хочешь что-то купить или продать? Доброго здоровья, долгой жизни. Здорово! Доброго пути! Я могу помочь? За Альянс. Ступай с честью. Тройсь! Сейчас мы их быстро прикончим. Береги себя. Это не займет много времени. Беги, трусливая тварь! Спасайся! Можете с ним развлечься! Мне он больше не нужен! Покажите мне, на что вы способны! Позор!
враги прорвали оборону! Нихуя он с ударом врубает их. Наверное, одет хорошо. Лучники, стройсь! По моей команде! Готовьсь! Цельсь! Огонь! Замену! Живой! Огромный! Пызмок дорога! Че он мобов всех не убивает? Как он попал так сюда? Кем-то в пати, да? Моя хочет есть! Это... Я тебя ненавижу. Че, я даже добежать не успел. Я не могу атаковать эту цель. Ну и выпало. Ну и не выпало тут нихуя ничего мне. Да вот так и проходи, Дима, потом. Ты сотого возьмешь, а я по 90-го буду. Больше да пребудет с тобой свет. Да благословит тебя свет. Ступай с честью. Ты хоть чего выиграл? За Альянс. Береги себя. Пойдем дальше. Да, блядь, я тогда тоже, блядь, попозже пойду, так можно прокачаться. Мне остался его 1К, Юра. До следующего. Да. Все 9-го.
меня 69-й. Сделать за тебя грязную работу. Когда мне понадобится, чтобы вокруг ошивался надутый тупой павлин, я к тебя позову. Клянусь, больше никогда не откликнусь. Да что ты знаешь о клятвах, ты паршивый? Мы еще посмотрим, кто тут. Погоди. Энергии недостаточно. Не хватает энергии. Я бы не советовала злить меня. Вот теперь вы на самом деле меня разозлили. Вы пришли убить Далию? А чего, это твое, что ли, Юра? Наконец-то я знаю, на кого обрушить свой гнев. Я знал. Это единственный выход. Мы не сделали, что ли, что они все валяются? Просто даже не успел очухаться, да? Кто-то там потерялся у нас. Я знаю, принцу это не понравится, но я был не в себе. Мне пришлось их выпустить. Великий говорит со мной, понимаете? Постойте, чужаки. Кельтас вас не посылал. Ладно, скажу принцу, что это вы выпустили пленников. Из самых опасных обитателей Вселенной. Позвольте мне познакомить вас с одним из них. Да, да, следующий. Ваша воля для меня закон. Еще одно ужасное создание небывалой мощи! Как я здесь очутился, Негатрон меня раздери! И кто это свалился? Ай! О! На мою больную голову! А это еще кто? Что за жалкий гном? Прости меня, о великий, я немедленно устраню это недоразумение! Это я-то жалкий! Слушай, дружок, я не знаю, кто ты, но никто не смеет называть меня Милхаусом, а на шторм жалкий. Я
понятия не имею, что тут происходит. Но с радостью присоединюсь к вашей битве. Бедлам! Так, мудрый! Конечно, теперь я вижу! Сперва мне нужно кое-что подготовить, а вы пока начинайте. Сейчас я создам немного воды. Великолепно! Добавим пару защитных заклинаний. Вот. А теперь осталась последняя камера. Да, увидите. И, конечно же, мне нужна мана. Вам это понравится. Вот увидите. Мне несложно контролировать раз. Ну, кто заказывал большую драку? Ибо я верен силам, неподвластным времени и судьбе. Ничто в этом мире и вне его не сможет поставить нас на колени. Даже могучий легион. Приветствую вас, о великий. Я ваш скромный слуга. Станьте свидетелями собственной гибели. Мы бесчисленны, как звезды. Мы заполоним вселенную. Не хватает энергии. Я всего лишь один. Все сделали. Из бесконечного множества. Половина. Чему написать, чтобы он еще нас прогнал по одному, да? Квесты же задавать надо. Я он там покупал этот самый, как вот, за, ну... Здесь не знаю, что делать. Ты хочешь сказать, что мы будем так ездить за ним? Время пришло! Кул'дан! Прикажи чернокнижникам удвоить усилия! Еще немного, и врата распахнутся, и Орда хлынет в этот мир, ничего не подозревающий и созревший для жатвы.
что нам тут делать? Заводи драндулет. Вот. Как нам закрыть ворота? Почему вы покажите своей затеи, подумайте, сколько смертей можно было бы избежать, сколько войн бы не произошло, если бы портал никогда не открылся. Их нету, а 18 штук еще надо.
он, Юра. Ну конечно, блять, я включу, получу. Сколько там, блять, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. Блять, самое главное, хорошая шмотка там упала, тринька, нахуй. Пальная, блять, и хуй досталось. Вообще ничего, вот, блять, два инста, вообще ничего не падает. Бля, перепутал. Ну, у вас же тут два, поэтому как?
блядь, туда с тобой, оттуда с ним. Признателен вам, герои. Теперь орда Гул'дана пройдет по этому миру, как стая саранчи. И все мои замыслы, все мои тщательно выстроенные планы наконец-то исполнятся. Семидесятый. Я предвижу чью-то мучительную смерть. Это непредвиденная случайность. Пока целы. Еще не право. Жить вам осталось около 5 секунд. Наверх. Мои расчеты не оправдались.
А куда, наверху? Лифт, Юра, мы запутались. А где вы находились? Я ж наверху был. Ну все забирай, слышишь ты, Юра? Ну быть такого не может, что я вообще хуй чего получаю. Куда? Я ж... А, вижу вон лифт. Вообще ничего не упало мне. Да, я слышал. Такого ж не бывает, Юр, слышишь ты меня, чтоб ничего не упало. Ну ты что смеешься? Три рейда подряд и все, блядь, мне вообще не достается ничего. Твою мать, запизделся с тобой. Строгий график, не вмешивайтесь. Я пока не могу использовать эту способность. Практично и удобство. А не, ну это бред какой, Юра, ну ничего не упало. Такого быть не может.